Здравствуйте, дорогие ребята! С новым учебным годом! Вообще, мне кажется, что этот праздник ничуть не менее значительный, чем зимний Новый год, правда? Ну, что особенного происходит в ночь с 31 декабря на 1 января? По-моему, ничего. Ну, конечно, елка. Ну, подарки. А больше ведь ничего. А 1 сентября? Вы представляете, еще 31 августа ты был просто мальчик или девочка. А 1 сентября ты уже ученик. Еще 31 августа ты был, ну, к примеру, просто закончившим первый класс. А 1 сентября ты уже шестиклассник. Еще 31 августа ты был просто выпускник школы, а 1 сентября ты уже студент. Студент! Поэтому я считаю, что 1 сентября происходит гораздо больше чудес, чем 1 января. Поэтому и поздравляю вас с Новым годом! И вообще ведь мы сами с вами можем решить, мы же можем решить, какой праздник нам когда справлять, правда? Ну, например, если мы все дружно захотим, мы же можем 1 сентября справить Новый год, правда? Захотим? Поэтому пусть у нас сегодня все будет по-новогоднему. И мы так сейчас и сделаем. Видите, у нас есть даже елка. Только вы мне помогите. 3, 4. Ну-ка, елочка! Видите, наша учебно-новогодняя елка понимает нас просто с полуслова. Это замечательно. Итак, начинаем нашу программу. Каждый может, если хочет, пробежаться вдоль реки. Только как же в одиночку бегать на перегонки? Только как же в одиночку песни хором распевать? Только как же в одиночку все на свете узнавать? За тысячу раз интересно постараться, если очень кем захочешь, можешь стать. Только как же в одиночку в небе звезды сосчитать? Только как же в одиночку над землею покружить? Только как же в одиночку без друзей на свете жить? За тысячу раз интересно. Нас возьмет, может, на другой планете кто-то с нами запоет. За тысячу раз интересней, когда мы все делаем вместе. За тысячу раз интересней. Может, на другой планете кто-то с нами запоет. За тысячу раз интересней, когда мы все делаем вместе. За тысячу раз интересней. За тысячу раз интересней.